Авторы идеи Оливье Жан-Мари и Шарль Вассель. Композитор Винсен Арто. Продюсер Марк Дюпон-Тавис. Режиссер Шарль Вассель. Начало времен. Иди своим путем. С помощью этой плошки с водой, поплавка и магнитной стрелки вы теперь всегда сможете узнать, где север. Такой портативный компас будет работать в любой части света и пригодится, когда вы отправитесь путешествовать. Похоже, кто-то сегодня ночью не выспался. Тебе подушку принести, под голову положить? Да, я бы ей уши закрыл, чтобы не слышать твоей болтовни. А тебе вообще интересно хоть что-то, кроме охоты? Чтобы ты знал, прокормить деревню гораздо важнее, чем слушать твои непонятные росказни. Мама, вы меня вызывали? Флэш, друг мой, проходи. У меня для тебя сюрприз. Это тайная карта, которую передали нам наши предки. Она показывает путь к великому и могучему камню познания. Здорово, да? Такой розовый светящийся класс. Он должен быть к северу от деревни, где-то день ходьбы. Какой-то очень уж знакомый камень. Еще никто никогда не находил могучий камень познания. Но Уолтер уверяет меня, что ты точно справишься с этой задачей. Да, с твоим умением ориентироваться на местности ты найдешь его в два счета. И если ты добудешь камень, я сделаю тебя нашим новым прорицателем. Что? Отдать мою работу шарлатану? Необходимо найти этот камень, прежде чем он... Дай посмотреть! Гуй-ауи! Это он! Да, гуй-ауи! Гу-что-во-во-во-во? У меня есть все основания полагать, что это редчайший минерал во Вселенной. Его сияние проникает в мозг и увеличивает в 10 раз способность впитывать знания. Некоторым это бы очень пригодилось. Отлично. Ну и когда сможешь выйти? Сейчас. Я иду с тобой. Прекрасная идея, Мила. Ты истинный первооткрыватель. Будешь моей напарницей. Что? Даже не думайте. Это слишком далеко и слишком опасно. Если это так опасно, тогда пошли вместе с нами. Мне твоя помощь точно не помешает. Ты будешь распознавать рельеф и защищать нас от опасных существ. Можно на тебя рассчитывать? Ну, не знаю, я как-то... Ой-ой, по-моему, мы заблудились. Я не вижу овцу, как на этой карте. Это облака, а не овца. А ты откуда знаешь? Ну, предполагаю. Ой, на небе не облачко. Наверное, на карте изображены те ужасающие водопады. Стойте, нам придется прыгать. Нам надо на север! Если я остановлюсь, то мы полетим только вниз! Ну же, скорее! Надо срочно их поймать! Чего это ты так испугался? Груда камней с дырой посередине? Вон, пещера! На карте нет никакой Точнее, если забираться на гору, мы будем слишком долго идти. Тогда бежим!
не знаю, может, вы не заметили, но похоже, что в этой пещере обитают какие-то... Юху! Вокруг горы нарисованы треугольнички. Что карта пытается нам сказать? Она велит нам бежать, да поскорее! Черные треугольники! Видите, мы на верном пути! Уолтер, скажи, что тебе больше нравится, хищные муравьи или острые скалы? Крокодилы, водопад, гигантские муравьи. Может быть, нам лучше повернуть домой? Так, Коти, они точно прошли здесь, я уверен. Мы уже близко, я чувствую. Давай огня! Журнал Флэша, запись 575. Я почти вижу выражение лица мамы, когда мы вернемся с Гуяуи. Может, хватит уже? Давайте скорее домой. Я вымотался. Мама доверила Флэшу важное задание. Мы не собираемся ее подводить только потому, что ты устал. Нет, стой! Я уверена, что последнее препятствие – это болото. Не спать, ребята! Ну, если только 5 минуточек. Теперь мы посмотрим, кто будет прорицателем деревни. Так. Карта пропала! И компас тоже! А как пропала? В каком смысле? А ну-ка говори, что ты сделал с картой и компасом? Что? Ничего, я тут вообще ни при чем. Я даже не умею пользоваться вашим компасом. Но это же ты хочешь домой. Ну да, да, я хочу домой, потому что я устал, и это опасно. Дядя Уолт! Мило, он прекрасно дойдет. Ну все, мы уже точно где-то близко, я чувствую. Я знаю, что цель где-то у нас под носом. Благодаря моему ориентированию на местности мы нашли болото. Марманьон? Эй, это же наша карта! Ты вор! Я вор? Нет, едва ли. А вот вы, искатели-неудачники и пляксы. Флэш, смотри, вон там! Моё! Что? Годи! Флэш, Мила, выходите из болота! Скорее! А как же Гуи? Ха-ха-ха-ха! Никакого камня нет! Это я! Я нарисовал карту! А? Что? Как это карту нарисовал ты? Что-то дотронулось до моей ноги! Мила! Да ладно! Камень и вправду есть! Прости меня, Флэш. Я просто хотел отдохнуть от твоих скучных лекций. Не думал, что это зайдет так далеко. Если это не камень, то что? Это, друг мой, декоративная приманка, которую сефалопода Адамантис использует для привлечения жертв. Но это не так важно. Мы ведь говорили о моих лекциях. Да, они могут быть скучными и длинными,
Но я серьезно отношусь к вашему развитию. Можете со мной не согласиться, но я считаю, что мои лекции по биологии, химии, физике и даже психологии... Так, кто это тут храпит? Да уж, видимо, мои лекции и правда жутко скучные. Флэш, ты просто гений! Видишь, Волтер, такое далеко не каждому по плечу. Гуи-ха-ха-ха-ха! Я нашла! Гуи-ха-ха-ха-ха! Мила, это медь! Пусть это и не гуи-ауи, но вы хоть представляете, что это значит? Вам столько нужно рассказать о меди! Тут лекции недели на две как минимум. Ну ладно, уложусь в двухдневную презентацию. Четырехчасовой доклад? Хорошо, один час и буфет с неограниченными закусками.